кстати, смотрю «Битву экстрасенсов» и болею за великих экстрасенсов. А это из них кто? Шаманка Кожета. Шаманка Кожета. Что тут сказать? Ну, я знаю, что есть ван. Я напоминаю ван в его. Гетча воркаут. Гетча или птича? Get money. Йо. War stars. Макс, я в армии не был, но я хотел бы быть, но чтобы без дедовщины. Знаешь, где я хотел бы быть? В каких-нибудь городах других готовиться. Или в Нью-Йорке, допустим, да? Или в Монахе, или в Нью-Йорке. Попасть в какой-то город, обычный город, и также получить удовольствие. Это поездка, это путешествие, это общение с солдатами, это мужественность, атлетизм. Это стирание носков, это хозяйственность, это, ну не бег с противогазом, конечно. Кто это? Красный трусистерел, я тут понимаешь. Братья нахалы. Он шел. Так, чьи-то, и это новые знакомства, это новые города. И потом приехать, это командировка. Вообще, были в командировке. Ребята, езжайте в командировки, приобретайте опыт. Ходите на предприятия, где есть командировки, где есть хорошие командировочные. Это такой уникальный, хороший проект. Я был один раз в командировке, но на мало. И мне, конечно, это плохо. А вот если где хорошо оплачивается, ребята, езжайте. Я был в 2005 году. Констатирую, было хорошо. В поселке Мстикино, под Калужской области. Все.